Акция «Письмо из Магадана» стартовала для всех жителей столицы Колымы. Каждый желающий может отправить почтовую открытку по России со 2 по 6 ноября совершенно бесплатно. «Письмо из Магадана» – это акция, которую мы проводим с 2017 года. В этот раз она посвящена всероссийскому празднику Дню народного единства. Суть акции достаточно простая. В канун праздника можно прийти в Туристский информационный центр и здесь абсолютно бесплатно отправить почтовую карточку своим друзьям, близким по России. Чтобы поучаствовать в акции, можно прийти в Туристский центр по адресу город Магадан, улица Школьный переулок, дом 3, офис 213, здание бывшей юридической академии, заполнить и отправить почтовый конверт. Для тех, кто не может прийти в офис, есть возможность поучаствовать удаленно. Для этого достаточно написать сообщение в директ инстаграма Туристского центра «Визит Колыма» или на электронную почту visitkolyma.ru, указать, что это для акции «Письмо из Магадана» и адрес, по которому необходимо отправить открытку.